Всем привет, народ, с вами Варчик. В этом видео снова будем затрагивать неинтересную для вас тему — проблемы новичков. Что такое вообще в принципе проблемы новичков? Да это в целом проблемы нового аккаунта. Вот захотите вы создать твинк или начать играть в World of Tanks, разницы никакой. Вы создадите свой аккаунт и начнете на нем играть. Он просто пустой, на нем не прокачаны ни ветки, нету ни прем-танков, ничего. Каких-то огромных ресурсов там, да вообще никаких, ни больших, ни маленьких, ничего нет. И вот какие проблемы у вас будут. В прошлых видео, которые вы не смотрели, мы уже выяснили, что есть такая проблема долгих загрузок на низких уровнях, поскольку там попросту нету игроков. Также есть проблема, с которой вы столкнетесь, когда начнете прокачивать эти замечательные сбалансированные веточки World of Tanks, где половина танков жуть, а некоторые танки в стоке это просто жуть вдвойне. И вот когда вы эти ветки начинаете качать, вы сталкиваетесь с проблемой того, что на некоторых уровнях прям вообще невыносимо играть, жопа горит постоянно каждый бой. Неприятно вообще находиться на этих уровнях. С этим вы будете сталкиваться каждую ветку, когда качаете эти танки. Огромную часть геймплея занимает в игре World of Tanks прокачка веток. И с ними есть огромная проблема. До 5 уровня загрузка в бой долгая, но можно остановиться на 5 левеле и поиграть подольше для того, чтобы прокачать там хотя бы первый начальный перк с лампочкой, там перками на стабилизацию, на обзор, чтобы хоть более-менее приятнее дальше играть и качать ветки. Почему именно на 5 уровне, хоть и загрузка в бой будет подольше? Поскольку на следующих уровнях вообще не хочется задерживаться, они абсолютно целиком и полностью ужасные. 6 левел, там практически переизбыток арты, которая очень сильно будет вам мешать не то что качать, а просто находиться в бою. Она крайне часто попадает, много сносит очков прочности и просто никак активно не поиграешь. А если вы качаете какой-то тяж, и он медленный в стоке, там без двигателя, без гусениц не поворачивает, то вас просто арта расстреляет, пока вы светитесь или лампочку там качаете, вы даже не знаете, засветились вы или нет. И вам 3 арты по 300 стрельнули, все, и до свидания. Это абсолютно неприятно. Я об этом говорил, что проблема арты на 6 левеле не решилась вообще. Так мало того, что проблема с артой, так еще и в некоторые дни, насколько я понимаю, это зависит от того, что включили какой-то режим или выключили, или какая-то акция началась или закончилась, начинает кидать вас на 6 и на 7 уровне всегда вниз списка. Вы всегда будете играть на 6 левеле с 8-ками, а на 7 с 9-ками. И в топе вы не будете вообще, вот просто от слова совсем никогда. Да, это происходит не каждый день, но вот вы выделили себе время поиграть. Вот сегодня вечером, там днем или утром. Хотите посидеть, почилить в картошечке, поиграть. Заходите туда, а у вас, допустим, 10 боев подряд, все бои внизу списка. А вы ветку качали, у вас и так танки стоковые, вы там лампочку свою не докачали или еще что-то, это просто ужас. Даже если ваши танки в топе, все равно неприятно всегда находиться внизу. Да, если ваш танк быстрый, вы можете там за счет скорости вовремя куда-то подъехать, если есть пространство на карте, и все равно хоть как-то поучаствовать в бою. Но будут бои, где ну просто вы мясо, хоть какой у вас там скилл, есть или нету, все равно. Это в любом случае сложнее. На нынешних коридорных картах тем более. А они могут повторяться по кругу. И может сложиться такая ситуация, что не будет вообще возможности нормально поиграть. Вам вот будут крутиться по кругу коридорные карты, внизу списка, и сражение только лоб в лоб с ними. И вы так просто смотрите на это и думаете, а как вообще сыграть-то? А вы выделили под это время поиграть. Ну и все, вы успешно его просрали. Это, грубо говоря, основные проблемы, о которых я говорил до этого, и вот еще раз повторил, что ну а чё нет-то? Для чего я все это повторял? Для того, чтобы перейти к следующей проблеме, о которой я понял еще со временем, играя на новом аккаунте. Это полная бесполезность помощи и подарков, и всяких плюшек для новичков. Они максимально не нужны, они неэффективны, поскольку вспоминаем прошлые проблемы новичков. Нам дают в аренду прем-танки какого уровня? 3-го. Если мы там активировали какой-нибудь код, получаем там в аренду какой-нибудь мусор 3-го левела, который туда-сюда и пропал. Мы особо на нем там ничего не сделаем, поскольку он не участвует ни в каких-то там акциях,
ни в ЛБЗ, ни в чем. Третий уровень, это вообще не знаю зачем. И шестой левел, после прохождения всяких заданий и обучения для новичка, мы получаем Т-3485М. Это шестой уровень. А шестой уровень, вспоминаем, что? Перенасыщен артой, это плюс к кайфу максимальный. И в некоторые дни мы всегда играем внизу списка. Это двойной максимальный кайф. Это прям райское наслаждение. Это подарок прям, как будто бы в лицо плюнули. И сказали, типа, да подарок же. Я настолько рад этому подарку, арендному Т-3485М, что я на нем не играю. У меня просто жопа нереально горит, там постоянно все в арте. Часто внизу списка, прям один день внизу списка, там дай бог, если на второй день... Что-то там изменится с рандомом и не всегда будешь внизу списка. И потом опять. Нафиг это надо? Так я еще на него купил оборудование. Потратил тонну серебра. А теперь еще нужно его снять. А чтобы снять, нужно либо потратить бумажечки, которые мне дали там за всякие задания. Или потратить голду. Которой и так немного, потому что я не донатил в этот аккаунт вообще. По факту этот подарок, арендный прем 6 уровня, мне вообще в минус уходит. Такое ощущение, что мне на шею повесили что-то, что из меня еще вытягивает ресурсы. Нафиг он мне нужен? Я, играя, просто прокачивая ветки, больше на прокачиваемых танках получая серебра, или столько же получая серебра, как на этом премтанке 6 левела. Но при этом я вылез из этих конченых 6-7 уровней, и там игра намного лучше. 8 уровень, когда ты до него доходишь, он тоже не самый приятный, но... На фоне 6-7 уровня, который всегда кидает не из списка, а 6 левел перенасыщен артой, даже восьмерки смотрятся как-то более-менее. И тем более девятки. В итоге мы получаем, что для новичка, по сути-то и нет никаких особо бонусов нормальных. Единственное, что я получу, это за рефералку танки, которые там тоже все порезали и там особо ничего нет. Но если я настолько новичок, который вообще не интересовался игрой, я же... Не создам аккаунт, который сразу привяжу к рефералке. Я просто зайду и буду играть. А если я новичок, еще и не умею играть, то я не буду особо часто проходить ЛБЗ или даже не сразу пойму, что их надо включить. То я из-за ЛБЗ еще не буду получать ресурсы. Или буду получать намного реже. И по сути новичок просто брошен. У него неправильно настроены настройки игры. Прокачка веток — это просто жесть из-за 6 и 7 уровня. Из-за балансировщика, подарочный арендный премтанк — это просто лучший подарок на свете. У всех веток, даже у самых хороших, все равно в стоковом состоянии танки жуть, и многие танки в принципе-то просто конченые. Честно говоря, я вообще не вижу, за счет чего новички должны захотеть остаться в игре World of Tanks. Только за счет того, что они не понимают, насколько это ужасно. Только за счет этого они могут остаться, просто потому что они, ну, даже не могут понять, им не с чем сравнить, поскольку они не играли на нормальных уровнях, не играли на нормальных танках, не видели тех дней, когда перекошенный балансировщик кидает вас часто в топ или крутит вам по кругу приятные для вас карты. Им не с чем сравнить, и геймплей новичка — это просто унижение какое-то. И далеко не каждый захочет после этого остаться, я так считаю. Проблем для новичков очень много. И по сути, за все эти годы, сколько я пробую новые аккаунты создавать, чтобы посмотреть, как там себя чувствуют новички, я улучшений, честно говоря, не вижу вообще. Такое ощущение, что аудитория, та старая, которая появилась у игры когда-то давно, когда был онлайн миллион, она до сих пор потихоньку, как расходный материал, растягивается, потихоньку уходит. В общем, создание нового аккаунта в World of Tanks — это полная жуть. Выдержит не каждый. С вами был Варчик, орать красиво. Всем удачного дня, пока.